Лидер террористической группировки Боко Харам Абубакар Шекау погиб на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщают СМИ со ссылками на нигерийские спецслужбы. Они прихватили радиопереговоры представителей так называемого «Исламского государства» западноафриканской провинции. Эта группировка воюет с Боко Харам за влияние в регионе. Сообщается, что боевики ЕГЭ несколько дней преследовали отряд Боко Харам и его лидера, после чего Шекау покончил с собой, приведя в действие взрывное устройство. Предположительно, это произошло 19 мая. Аналитики уверены, что гибель лидера нигерийских исламистов серьезно изменит ситуацию в регионе. Жертвами Боко Харам за последние 10 лет стали до 40 тысяч человек. Печальную известность группировка получила из-за нападений на деревни и учебные заведения, массовых убийств и похищений ради выкупа. Боевики, назвавшие себя западноафриканским крылом исламского государства, отделились от Боко Харам именно из-за несогласия с методами Абубакара Шекау.